Итак, ребят, находка. Находку. Он Серегу, блядь, за спиной прятает. Да не эту бутылку, убери. Бутылка. Да на, убери. Я уже бутылку нашел. Смотрите, ребят, какая красотища. Целый день и завтра будем. А бутылочка, ребят, действительно очень интересная и с очень хорошей историей. Бутылка с надписью «Заведение искусственных минеральных вод» Ф. Грахе. В центре Старой Казани, на улице Большая Проломная, расположилась аптека, возглавляемая А.И. Ленингом. А на улице Малой Проломной и поперечно Воскресенской улице, а ныне улица Профсоюзной и Астрономической, в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города, основателем и владельцем которой был сын иностранца, русский подданный, коллежский советник Фердинанд Христофорович Грахе. Имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных вод. Низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду, так и на различные прохладительные напитки – квас, лимонад и сидр. А в летние месяца минеральные воды в большом количестве поставляли в самые отдаленные приволжские города и южные районы России.